приветствую вас на моем канале Solo Epoxy Art. Сегодня мы будем делать астру, но с небольшими изменениями. Мой молд от Resin Cursus на 190-195 грамм смолы. Я взяла 3 цвета по 30 грамм. Первый цвет Resin Ink от Ether Art я взяла 6 капель. Это будет мой темный цвет. Светлый цвет я взяла зеленый, тоже Resin Ink от Ether Art, тоже 6 капель. И белый пигмент White Drops от Resin Art я взяла 6 капель. Сначала льем по краю молда наш зеленый как можно ровнее. Стараемся делать одной толщины со всех сторон, чтобы кольцо было одинаковое со всех сторон. Серединка еще не закрылась. Я налью чуть-чуть прозрачной смолы. И теперь также ближе к краю молда лью свой темный цвет как можно ровнее, кольцо в кольцо. Собираем нашу драгоценную смолу все до последней капли. Теперь берем наш белый цвет и льем как можно ближе к центру, кольцо в кольцо, как можно ровнее. Остатки я распустила в спираль по краям и немножко в центр. Если вы помните, прошлую астру мы делали немного по-другому. Белый я вливала в центр, но здесь решила сделать спираль. Пропорции оставила те же. Проходимся горелкой, убираем пузырьки очень осторожно, чтобы не подпалить наш молд, не близко к смоле. И теперь вливаем прозрачную смолу прямо в центр, медленно, не спешим, медленным слабым напором вливаем в центр, все до последней капельки. Украшаем центр по желанию камушками или блестками. Равномерно распределяем наши камушки палочкой, очень осторожно, чтобы не повредить, не поцарапать наш молд. Смола уже работает, уже стягивается к центру. Нам остается наблюдать за этим волшебным процессом. Вот я вижу уже, как формируется рисунок, как образуются петельки. С этой стороны рисунок очень хороший, я довольна. Надеюсь, лицо будет не хуже. Ну что ж, следующий день. День демолдинга. Самый любимый день для смолениста. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И... вуаля! Настоящая астра. Мне очень нравится сочетание цветов. Мне очень нравится, как сформировались лепестки.
Я очень довольна результатом. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо, что были на моем канале. Всего вам самого-самого доброго. Берегите себя, берегите своих близких. Ну и как всегда, пока!